заднюю передачу включай и будь. Конечно. На САП не наступают? Я думаю, ничего страшного. Ой! Ой! Яички потом сапнут, не, не разобьет. Как тут? Ну как, чем тебе помочь? Чем мне помочь? Подпихнуть ногой или как? Отличная поза. Ну все, я в порту, можно считать. Ну да, дебил чистый. Всем привет! Мы находимся в городе Ростов-на-Дону. Сегодня проходит финал Дебидрага. И Виктор Моц в данный момент времени снимает обзор на канал Альфарт Аудио нашего Халка. Ни для кого не секрет. Он любит кошмарить автобусы, любит кошмарить Макдональдсы, любит кошмарить людей. А мы сегодня покошмарим Витю. Пойдем. Попытаемся его закошмарить и позадаем ему каверзные вопросы. Видите, мы здороваться не будем, да? Мы сегодня весь день видимся, но хочу все равно, пожать твою надо. Крепкую руку. Вить, скажи, пожалуйста, а вот как отнеслась партнерша, вот ты раньше танцами занимался, да? Как она отнеслась к тому, что ты просто ее бросил или вежливо ей отказал и ушел в автозвук? Не, на самом деле я занимался и танцами, и автозвуком одновременно. Витя, ты же, блядь, красивый, сука, ты танцевать должен. Что это такое? You touch my ta-la-la. Это потом, когда Альфарт меня сгубил, и я там уже 4-й год работаю, я завязал с танцами. И подсел на автозвук, да? Я отрастил себе. Да. А автозвук — это давно. Витя, а ты когда лосины одеваешь, ты ноги бреешь? Лосин не было моих. Или вазелином машешь. Не, вот это, видимо, не надо. Лосины никогда не носил. Спортивно-бальные танцы это не подразумевают. А, кстати, вот так вот все троллят. Типа, о, ты там танцами занимался, это не мужской спорт. А у меня всегда есть одна хорошая, даже не отговорка, знаешь. Вот там кто-то занимается там какими-то видами спорта. Я говорю, вот ты там, допустим, там боксируешь или борешься с потным мужиком, да? А я с мокрыми девочками танцевал. Видишь, зато плюс какой, да? У тебя как целый гарем. Одна, вторая, блондинка, брюнетка. У меня свой коллектив был, 20 человек, 20 девушек. Коллектив. Представляете, у Вити в гареме было 20 девушек. Нет, я ж это ученица. Это еще, это все козыри в кармане тогда получается. Так, это парик, он нам не нужен. Ну, парик не нужен, да. Вить, я вот, знаешь, что хотел, как бы я подготовился тоже к обзору и хотел тебе сделать несколько подарков, да, так, ну, небольшой... Поле чудес. Поле чудес, сегодня у нас поле... О, кто на обзор приезжает, все, жду подарки. Теперь тебя можно будет называть Виктор Моц, дробь Якубович. Да. Подарочки получать — это приятно. Лучше всего деньги, конечно, но и ладно. О, у нас две камеры, смотрите. Короче, ляпс. Оп. Где картинка лучше, напишите в комментах. Вить, ну, для многих не секрет, что в Арзамасе у нас очень красивые девчонки. Вот я тебе привез в подарок кружку, нашу фирменную автостиль, тоже с красавицей. Пусть она не арзамасская, ты наверняка ее знаешь, да? Знакомое лицо, да. Держи, это тебе. Отлично, сейчас чуть не расфигачил кружку, пока ты мне ее давал. Сразу так же в обзоре. Чаю тебе арзамасский пряник. У нас город славится соборами, да, и экскурсии проводятся. Туда приезжает много туристов. Это тебе к чаю. Самый-самый свежий. Вот как. Супер, отлично, смотрите. Какие у меня тут ништячки. Раз, два, все супер. У нас получился, короче, не обзор Халка, а обзор ништяков, которые мне привезли. Ну и из центральной России тебе дубовый веник. Отлично. Желательно в холодной воде запаривать его. Да. И долго, да. Часика три, все, потом он не облетит и будет хороший легкий пар. Вот это отлично, все. Вот такое немножко. В порту будет жарко, ты потом все это смоешь в бане и легкого пара тебе. Такое у нас небольшое получается отступление от видео. Ну а теперь что? Теперь в порт. Давай не будем Витю отвлекать надолго, да? Сейчас уже позвонили, нам пора ехать. И что тебе, фронт доснять? И да, давай. В порт полезем, да? По старой доброй традиции. Да, давай. Oh, no.
Удачи тебе, Витя. Ага. Я сломаю. А как я туда залез? У меня есть товарищ, его зовут Никит Суслов. Угу. И когда ты стал выпускать видео, когда видео стали набирать популярность на вашем канале, у меня товарищ посмотрел, и Никитку Суслову, он говорит, смотрите, это моц. То есть у нас есть в городе Арзамас, uh-huh. Арзамасский моц. И, кстати, знаешь еще, у него такие же вот ямочки на щеках. И он, кстати, тоже ништяково танцует. Оп! 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 Давай, давай! Оп! Оп! Головку вставай, иди! Давай, крутись на полу! Нормально? Пчеловод, а не Никита. Можешь валить после этого костюма из страны, друзья. Ребят, ну и совсем скоро мы будем снимать свой обзор на Opel. Более детальный, более подробный, со всеми нюансами, ведь поскольку у нас стоит три источника звука. Ну, есть идея снять обзор не у нас в городе, а доехать, к примеру, до города Нижний Новгород и покошмарить автобусы, покошмарить народ, поснимать реакцию людей, как это делает Витя. И кто за, ставьте плюсик в комментариях, и мы обязательно для вас будем стараться.